В ленинградском зоопарке у ягуаров Рока и Агнессы родились двое детенышей. Это уже пятое потомство пары латиноамериканских кошек. Оба котенка – девочки. Накануне их впервые показали журналистам. Малыши весят по 3 килограмма, и у них уже начали расти клыки. Еще недавно ягуары питались только материнским молоком, но сейчас Агнесса понемногу приучает их ко взрослой пище. Уже проявляется игровое поведение. Очень часто сейчас можно увидеть, как ягуарята забираются на маму, играются уже и с ней, и между собой. И вот прямо в ближайшее время они уже начнут выходить из берлоги своего логова. Когда малыши подрастут и окрепнут, для них подыщут новый дом. А до конца апреля сотрудники ленинградского зоопарка проводят конкурс на лучшие имена для котят.